Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? На дачу. Вот иди на дачу. Текло от дождя ты имеешь в виду? Ты про что имеешь в виду, Сань? Сырость. Сыр, вот я же говорю, сырость все убивает. А, вот это. Она из чего? Из оцинковки? Нет, алюмишки? Вертку где взять? Время тачечки пришло. Кубовичок приехал. Навьё. Компрессор, да? А что-то такое? Гляньте, какая красота. А тут? Тут тоже все в маке. Как клево. Сам уже, наверное, переехал, да? Не знаю. Мне кажется, там так вот и не достроено.
Вот эти же тоже надо будет разравнивать, убрать. Но это игрушечный. Очередной. Вот так может быть один и подолбить. Я подумал, сейчас сколько времени уйдет на это долбить. Процесс. Держишь? Да. Сейчас сперва с крупными разберемся. Из-под камня там скалопендра. Сейчас успею. Нет ее. Довольно-таки большая. Где-то тут уже поползла. Увижу, не увижу. Скалопендра. Подняли камушек, уже я ее не вижу. Или ее не видно, она маскируется, сливается. Не вижу я ее. А за камень надо. А, вот она, вот. Вот ползет. О, видали? Барракуда. Саня говорит, они легкие. Легкие. Ну, может быть. Думал, арматура. Вот то надо выкопать, вот то и пересадить. Камешком была кладка яиц улитки. Уже улитки, видите, еще панцирь не сформировался. Вот что тут под камнями. Скалопендры, улитки, муравьи, жуки, уже вообще молчу. Арматуру возьми. Она не пойдет. Острой нету.
сюда сейчас. Так, стой, ставь. Край надо. Ставь мешок сейчас в постель. Села в самый ответственный момент. Ну, в общем, мы сделали. Сейчас все замерим. Сейчас, завтра пригоняем технику. Вот это все закапываем. Нам это не нужно. Часть щебенки мы выкорчевали. Жалко труда. Денег. Часть щебенки будет, наверное, полмашины погребено. Сколько смогли, вот в этот ящик пересыпали, вон ящик щебенкой сбили, пригодится еще, и часть щебенки за дом. Это все надо было оттуда достать, оно уже, наверное, не первый год там лежит, и с землей совсем. Вот, смотрите, сколько щебенки. Это тоже все будет переделываться, сноситься, но сказала соседка песка. Вот мы уже мы ковырнули, и действительно, думаю, что за бугры, а это песок. Там щебенку тоже можно здесь горку. Вот видно, здесь был холмик. Инжир. Мне надо, чтобы завтра не задели инжир.